Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусенек, Forever, Crazy Phone, Супчик, Венера, Солдер. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что будут пацаны выживать на деревянной постройке с офигенным модом на огонь. И будет сегодня очень много огня, пожара и разрушений. Поэтому, если хотите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ой, крыша. Да блин, вы задрали все тушить. Я должен все поджечь вам тут. А, вот так вы, значит, со мной. Хорошо. Сейчас я вам устрою райскую жизнь. Вы что, думали, все так просто? Да. Да. Я не Ребята, смотрите, что сейчас произойдет. Бум. А вот теперь оно будет у вас все гореть. Не, нормально. Не, я вижу ненормально, Гусенек. Кто-то здесь у вас горит чуть-чуть. Вот это пламя пошло, ребята. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и залетайте в наш дискорд, ссылочка в описании. Нормально, да, пацаны? Ой. Да, мне норм, я хочу. Нас шатает. Ой, что-то у вас там, пацаны, еще сейчас загорится. Бум, вот это эффект офигенный. Вот это четко. Ой, что-то у вас там трещит, пацаны. Еще с этой стороны. Ой, мне нравится этот взрыв. Очень круто смотрится. Ого. Ой, блин, круто. Сейчас все, пацаны, падает в огонь. Ой-ой-ой-ой-ой. Как все наклонилось. А огонь хорошо распространился, пацаны. Прям прекрасно. Ой-ой-ой. Так, смотрим, кто остался в живых? Так, я вижу еще живой. Не, вот супчик наверху. И Венера вот тут еще. У нас еще псик, что ли? Так, давайте уже не будем поджигать, а просто смотреть, как это все дальше уничтожается. А где Венера? Я его... А, где вот он, да. Ну, скорее всего, я думал, что супчик выиграет. Сейчас супчик. Но они тушат, видите? Огни тушите. А, все. Венера проиграл. Ну все, давай, поджигай нас, мы готовы. Так, надо, ребята, сразу, верно, взять. Ой, ой, а что у меня жопа горит? Блин, надо, ребята, быстрее огнетушитель. Где огнетушитель? Так. О, бесконечный огнетушитель. Все тушим. Нет, бесконечно. Ой-ой-ой, там все горит. Ого! О, тушим, вот тушим все с огнетушителей. Ой, да. Дима. Да. Супчик тебя переплюнул просто. А что он сделал, что мы так сразу загорелись? А, у меня лагает, пацаны. Это нормально, пацаны. Все четко. Ой, тут что-то как будто светит. А, все, потушили. Хорош. Ребята, он даже лучше, чем я ждет, понимаете? Я так не смог. Отжигает просто. О, год. Ну ты сегодня жжешь, я тебе говорю. А я сразу затушил. Ребята, он поджигает, а мы сразу тушим. Это классно. Не получится нас поджечь. Потому что мы лучшие выживальщики сегодня. Вот, горит стена. Тушите. Есть, я успел. Офигенно. Блин, ну с огнем прям вообще круто. Ребята, если вам нравится рубрика с огнем, можете написать в комментариях, давай больше огня. Нет, не такую, ты чё? Все, прощайте. А чё он там положил? Ядерка? Goodbye, my friends. Это что-то же... А, нет. О, кстати, смотрите, сразу загорелось и пошло разрушение. О, наклоняется, наклоняется. Ушатаетесь. Ой, пацаны, извините, но вы сейчас, наверное, попадаете все. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я здесь стою. Ничего себе, ее раскорежило. Супчик хороший. А что он там? Это он бочки с топливом положил? Да. Ой, ребята, сейчас что-то еще произойдет. Кстати, вот эти бочки с топливом — это классная тема. Ой, еще. Еще сильнее загорелось. Ой, да, что-то трещит. Мне кажется, вот здесь я выживу. Я покажу, если я сейчас затащу. Я покажу, как надо все это поджигать. У меня есть офигенная идея по поджогу. Опа, первый упал. Вроде бы все хорошо, пацаны, все четко, тащим. Ой, ой-ой-ой, что у меня жизни потр... А, 58! Я проиграл, блин, не получилось. Давайте посмотрим, кто выжил. Crazy Phone, ну все, молодец. Хорош. Сделай, чтобы мы страдали все. Ага, горит, горит. Ребята, он ждет нам эти стойки, для того, чтобы мы быстрее слились. Гусь опять сортухи мутит. А что-то ничего не трещит, да, пацаны?
А сейчас будет, сейчас будет. Это не сразу, да, процесс? Давайте попытаться потушить, может, сверху как-то получится? Получается без записи. Ого, бочки пошли. Ай, блин! Я первый упал. Ай, все, я тоже. Я второй упал. И кто выжил? Вот, вот есть человек один. Супчик. 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 Ну все, давай суп. Ты сможешь. Суп морской. Да. Ребята, смотрите, какой я поставил дом для того, чтобы было больше огня и эпика. Давай суп, жги нас. Все, давай. Сейчас будет у нас больше шансов здесь повыживать. Я помню. Я представляю, сколько будет огня сейчас здесь, когда это все загорится. Вот это все трещит. О, разрушается. Вот разрушается. Вот, тут он прям стены, целая стена загорелась. Все, тушите, тушите. Лучше стоять здесь. А как не тушить, туда не добивает, понимаете? Ого, не... пламя! Угу. Бочки, пацаны! Вау, ого, осколки летят! Он сам умер. По голове. Красавчик просто! Нифига себе, оно все трещит! Так, огонь прямо здесь, надо текать, пацаны! Вот у тебя сейчас карта не горит. Нифига себе, он разозлился! Ты че, псих, что ли? Ой, надо валить отсюда. Гусунек тоже под нами горит там. Бежим. Вот, вот здесь, мне кажется, я выживу. Вот это бочек нафигачил. Я так не знал, что будет все гореть здесь. Офигеть, осколки летят. Ого, яркое пламя как. Ой, уже здесь горит. Прям под нами. Смотрите, какое пламя фигачит. Нормально, разозлился чувак. Пошло с Сериусом 2 базуки. Вот это пламя, смотрите, как это классно смотрится. Вообще жесть. Короче, выживать не так все. Так, здесь что у нас? Ну, там... Не горит? Вот. Горит. Он там нафигачил, что у него аж уже патроны кончились. Давайте бочек открывай. Давай, давай, разрушай все, я в тебя верю. Все, я выиграл. Все, так, Гусунек, я тебе подготовил очень классную постройку. Покажи, как надо все разрушать и сжигать. Мне так, интересно, что он сейчас придумает для нас? Сейчас попробуем вот этот огонь, как он разрушает. Лифт поехал сам по себе. А, это, наверное, механизм какой-то заклинил. Потух! Ага, понятно, огонь не рабочий. Огонь не рабочий. Это холодный огонь, мы же только что разговаривали. Ну, да. Ого! Ну все, пошло. Это с лифтом, нет, пацаны, не то. Чё с лифтом, кажется... не то, надо его ударить, он разрушит нам постройку просто. Во. Супчик. Я стою, супчик, ребята, стою, стою. Ай, блин. Мне хватило одной бочки, чтобы вы все свалили. Супчик остался. Профессионал, супчик. Вы Санёк. Ну капец, супчик, это нечестно. Ну супчик. Супчик, морской. Супчик, у меня был шанс выиграть. Супчик, морской. Вы Санёк. Да. Ничего не делай, просто смотри в небо. Ну все, не буду ничего делать. Супчик, смотрите, что творится. Это нет, дождь из бомб. Я ловлю, Димас, я ловлю одну. Ловлю. Это будет сильно, ребята. Это эпично. Здесь пламени. Нормально зажег? Вот это я поджигатель. Давайте посмотрим, за сколько секунд сгорит это здание. Просто мгновенно все сгорело. Вот это жесть. Это, ребята, самая огненная серия на моем канале. Больше еще огня никогда мы не делали. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока, ребята. И еще ядерный взрыв. Всем пока.